Всем привет! Сегодня 5 сентября, и на наш сервер добавили небольшое обновление. Обновление такое, что даже не пришлось скачивать какие-то дополнительные файлы. Я так понимаю, оно уже было вшито, да, нам просто его открыли. В принципе, вот само описание, то есть на войну альянсов добавят рандомную карту, которая будет использоваться каждый раз. Я так понимаю, что их будет несколько. На данный момент, вот сейчас, если вы зайдете, вот справа вверху написано вот огненное поле, я так понимаю, военное поле. Или поле битвы, огненное поле битвы. У меня на английском просто нет времени переключать на русский, к сожалению, я вам просто скажу. То есть в произвольном месте будут падать огненные шары и наносить массовый урон всем игрокам. Дальше, второе. Это все игроки увеличенно получают дамаг, то есть больше получают, и увеличен урон упырей на 30%. Я так понимаю, что это одна из карт, это не три карты, которые рандомно будут, а это именно сейчас активирована вот эта карта. Также будет какая-то карта там периодически меняться, где будет плюс 30% урона воину. И тоже какие-то дополнительные параметры. Может быть, все будут получать меньше урона. Может быть, какие-то будут дебафы типа сайленса или еще чего-то. И также будет плюс 30% к урону магов. То есть и будет, я так понимаю, три карты, где будет 30% к урону упыря, воина, магов и, соответственно, им дополнительный бонус. Это одна из первых карт. С огненными шарами, которые всем наносят урон, также 10% повышенный урон по всем персонажам и дополнительно плюс 30% урона упырей. В принципе, неплохо, интересно, может какой-то баланс добавят, но я не представляю, когда добавят еще плюс 30 урона к магам в битве альянса, то это будет забей. Под дождями будут умирать все. Также добавили новые облики оружия, снимаю на Японии, потому что у нас нет, пока, ну, видно, с событиями будут. Вот такой вот меч, да, это платье новое, так, дальше, вот такие вот на упыря, не знаю, звездолеты какие-то, и дальше сейчас найдем, вот такой вот. Облик, я так понимаю, магического оружия. Также с костюмом. В принципе, примерно вот так вот выглядит. Такие неплохие, скажем так, облики оружия и костюмчик даже ничего так. В принципе, это все, что я нашел. Все остальные обновления остались на своих местах. То есть все остальные параметры я как бы проверил. Если кто-то что-то нашел дополнительно, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем спасибо, пока!